У некоторых появляется иллюзия, что значит, есть проблемы с комплектованием, значит, ну, все равно меня не уволят. Вот. Ну, я думаю, что уже вот мы 2 месяца занимаемся этой работой, практически все уже поняли, что значит, никаких проблем с увольнением, в общем-то, у нас нет. Если не сдадут кто-то зачет, и мы вынуждены будем уволить, значит, направим сюда исполняющих обязанностей.